Приветствую вас, земляне. С вами Сенсей. Давайте попробуем продолжить пигалицу. Литл, первая часть. Вот эти игры, которые сейчас я заливаю, обратите внимание. Поглядим, что дальше. Дальше говорят еще интересней. Игру я сам не проходил, поэтому вообще не в курсе. Я уж забыл, какие кнопки. Давно не играл. Пару дней как не играешь, так все. Хочу сразу всех поблагодарить, кто заходит на мои каналы. И большая благодарность всем тем, кто переходит с мой YouTube. Кто подписывается, совсем огромный. Так, где у меня? Так, это красный. Бежать у меня где? Ручищами они тут, да? Точно. Я ни черта не вижу. Смотри, смотри, мерзавица. Да что ты, блин, я забыл, что надо туда или сюда. Что-то меня далеко отбросили. Ублюдки, блин. А, ну вот отсюда надо. Да что? Это дрище мне уже рука жопой надоел, блин. Секунду не дают, блин. Так, бежим вот так. Девочки, так. Да ш... Блин, забыл нажать присесть. Реально уже просто забыл уже, какие кнопки, чего. С налету нас. Сейчас я руки привыкну, вспомню, что делать. Этот ящик, наверное, уже надо сразу двигать. Что делать? А, у него сейчас дрочилка отвалится. Она. Эх! Сейчас прижмет его ящиком, этому ублюдку вонючему. Все равно. Не знаю, серый у него тоже или нет, черт. Ну давай, все, сдохни ты, ублюдок ты, руки дрочилы эти. Они меня бесили, бля, всю игру, блядь. Давайте ему оторвем, бля, клешню эту вонючую. Когда его накроет-то, я не пойму. Что-то уж они тут затянули больно с этим накрыванием. А, никак он не спасется, блядь. Грязно. Как он не испачкал мне кучу. Я не знаю, сколько еще ждать. Зачем он так затягивает-то? Это 25 раз-то одно и то же делает. Может, я что-то не догоняю? Ну, вроде его щемит там, щемит вроде его. У него руки настолько худые, блин, трещавые. Надо все-таки, наверное, тут двигать, наверное, вот эту ящик. Контейнер я хотел вот этот подвинуть. Большой вот этот. Она залазит у него.
Нет, она залазит везде, почему-то. Нет, может я прожогу заманчу. Ладно, понятно. Нет, она залазит. Чёрт, не знаю, чё ты делаешь? Как же сдвинуть? Может, ящик этот надо выковырять? Он каждый раз рукой этой трогает. Эх, сейчас поймает. Он не дает туда подходить, постоянно там трогает этот ящик. Урод, вонючий. Надо было в этот момент, вот когда. Черт тебе знает, что тут надо. Может тут сразу надо этот ящик вонючий. Сейчас руку вперед. Давай убираем там. Нет. Попробуйте подвинуть. Ничего она не двигает. Только залазит. Что-то не попал я, что ли, в этот ящик. Надо еще раз попробовать. Когда он дрочил свои битвы. Так ты ублюдок, вонючий. Ни хрена, мало еще одного раза. Вы видели? Этот мерзавец, блядь. Козленок. Все, она не берет больше, она не хватает за эту дресню. Что-то не могу понять, что тут надо. Один раз она схватилась, и все, и больше не хватает сюда. Вот с этой стороны можно. Тут две, по-моему, железки. Одна там, одна там. С этой вот стороны надо, ближе, которая ко мне, да? Попробуйте. Вот она. Ай, дра... Чё, бал... Чё, балдели, что ли, блин? Вы видели, блин? Хренотень-то у него живая, блин. Напряг он меня тут, конечно. Хорошенько. Всё, хватит буксовать, давай. Вперёд. Раз у меня же армия сейчас. Все, сорвали. Ну, чего? Ты застрял, буксуешь. Смотрите, сегодня заливок там много будет. Три игры это минимум. Я обалдел тут два дня. Чуть-чуть трясня. Эх ты. А это? Это так. Прощай, прощай, ничего не обещай. Ботинки какие-то ездят. Это дурака, что ли, ботинки? Какие-то другие чудовища. Не знаю, вроде первая часть интереснее, чем вторая. Кстати, смотрите там вторую. У меня тоже есть. Мне кажется, мало. Ты чего? Курица? Ты че? Ты че с тобой? Опять какие-то приступы. А, жрать она захотела. Господи. Крыс.
лови, блядь. Давай, давай, терпи, мартышка. Еще немного, еще чуть-чуть. Мне надо что-то сходить. Да, сыр тут нет. Понятно. Сожрали. Мерзавки. Вон она, вон она. Попалась, блядь. Сейчас мы ее сожрем. Она сожрет ее сейчас, я больше чем уверен. Она же живоглот. Смотри, смотри. Ё-моё, мусор, блядь. Слава богу, что лица были. Повернется такой Харри. Блядь, во весь экран, представьте, так. Был бы крутяк. Ну, чё там, вытри Харри-то свою. Ну, наелся и всё, вот. Сейчас она меня ещё пустит. Вон она какая. Вот она скоростная, на трёх. Тыщ-тыри-ри, тыщ-тыри, тыри-тыри-тыри-тыри-тыри. Наверное, что-то здесь вот там дом. Скользнул на пыль. Ваха! Лунали, лунали. Толкаем. Вон опять кровавые следы какие-то. Такие вообще, компаха такая, конечно. Она ничем не лучше этих монстров. Мне нравится, как она катает. Вообще обалденно. Когда есть человек. Человечек. Мелкая человечек. Человечек. Да, блядь, прыгни! Прыгни! Ещё там ножи плещут, блядь, слышно. Доктор. Тихо, тихо, ты жирный. Тихо, 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 тихо. Тихо. Ну да как же ты, блядь, черт, ты вонючий. Тихо, дура, бесстучка. Реально. А зачем я сюда полез-то? Вот он! Пиглица, блядь. Башка чья-то. Вот жри башку-то. Такая прям вообще мерзавка мелкая. Забавно. Мне нравится анимация. Куда ты? Ах ты! Жирный кабан, блядь, а? Смотрите, какая у него харя, блядь. Свиноферма, блядь, ходячая. Да. Может, тут сюда наверх можно там залезть? Может, он не достанет меня? О, как хорошо. Да. Да что ты говоришь, блядь? Мерзавец ты вонючий. Где он? Блядь, рыбу бы эту взять и по башке ему, блядь. Вот может меч? Эх! Ты вообще обалдели вы что ли? Ты вообще крайности такие, блядь. По этой жердочке ходить. Вставай давай, улеглась спать. Брось эту мерзавца, блядь. Он не прыгнет с этой штукой-то. Тихо, тихо. Я на джойстике играю, но не могу пройти. Смотрите, сбоку особенно вообще не видать. А как здесь, я не пойму. Как здесь обойти-то эту песню? А? Тихо, как ты перепрыгнул? Как она перепрыгнула? Да, я больше так не смогу. Тихо, не свалить. Да брось ты этому козлу, блин. На башку. Ну, прыгай сюда, вот. Что-то лежит, по-моему, да? Да? Что там лежит? О, срач. Опять эти мерзавцы. Где этот шоколад-то, блядь? Меня прям бесит они. Thank you.
свет включил, блядь. Смотрите, какой черный. Вонючий. Да, ну как я, куда я сейчас пойду дальше? Я это вообще понятия, без понятия. Сюда-то она не пролезет. Чемоданы не мешают. Сдохну. Курица мелкая. В лифт, наверное, рано еще туда двигаться, мне кажется. Да? К лифту, мне кажется, нет смысла пока идти. Ну, мыло. Может, намылить ему седалище? Черт. Кто там вообще побежал? Давайте дернем лифт. Все равно. Как куча. Поехали. А, так она поехала. Она, наверное, как раз сюда, где ключ этот, и поехала. Ну ладно, давайте разведаем. Ну точно, что-то в гадалки не ходить. Вот туда он. Ты че? Не просто туда идти. Еще там пройти целый этот сектор. Давай, сейчас башкой только не вдарится, блядь, репой. Может, я зря наверх-то залез? Да нет, ну как зря-то? Наверное, все-таки туда. Как туда надо спрыгнуть? Что же мне? Сейчас он свет включит, потом уляжется, наверное. Может, вот туда, где ковши эти вонючие. Вот там берег. Как я сюда-то прыгну, а чё туда? Ну-ка, отвлеки её, думаю, чё понадобится. Она сама у меня идёт. Чё-то ключит, вроде. На верёвку-то она прыгнет на эту, нет? Да что ты, блядь! Крыса мелкая. И где я? Вы что, обалдели, что ли? Куда нахрен меня отправили? А, вот здесь лифт, наверное, открыт. Можно ли было бы убрать? Так, во-первых, давайте посмотрим на эту свинью жирную. Кто это там ходит? Блять, по мозгам. Ну давай. Она здесь не наверное, не запрыгнет, да? Ну и как снять-то? Ключ. Ты что, где стоишь? Давай сразу включим огонь, пока он пошел куда-то туда, пошел. Ключ-то у нее в руках, нет. Куда она ключ-то делала? А, вон она положила. Надо держать ее так. Трясет ее, вы видите? Трясет ее, девка трясет. И куда ты? Черт, ладно, срать ушел или куда? Или жрать ушел? Куда-то ушел дрищак. Держи ключ, не отпускай. Опять эти циркачи задрали меня. Черт, понятно. Это он же может ходить. Мне ключ самый главный. Сначала надо туда донести, потом решить вопрос там как воткнуть. Седалище воткнуть. Мерзавший.
Чего он жрет-то здесь? Колбасы какие-то, что ли, кого-то делает, блядь? Давай, иди сюда, тупица! Да есть еще мелочь пузатая, блядь. Столы он не перевернет этот. Тупорез, блядь. Как не угомониться, блядь, пишет, как тяжело. Чурбан сейчас за мной бабка несется, блядь. Гадалки не ходи. Все, еб, на жопе я. Вот этот тесак бы поднять бы и дать ему по гребню. А, вон там наверху вход, только сейчас заметил. Ну где вот он, где его камера повернет? А, ворачивается камера. Я столько времени играю, первый раз, блядь, камера повернет. Пошел он нахер, чурбан. Так, здесь что такое? Дайте тут точно. Сейчас он придет. Ты не ожидаешь. Да! Колбас. Ну и чего, чё, и чего теперь я? Чего это колбаска? А, вон. Я не вижу ручку, ручку не вижу. Вот жрать ничего надо, она как-то сжирала. Пока я что-то сосать не могу, что-то надо сделать. Я так и понял, что это лифт, ну вот это, еду подают, но что-то она у меня не начала первый раз. Вообще-то туда не надо. Подожди, подожди, толкай дверь-то. Давай-ка зажги. Давно я не шутил это. Помойка по этим лазить уже содрала. Ну и как тут прыгнуть? Как тут прыгнуть, я не пойму. Куда тут прыгать, я не пойму. Как? Крыса тут мерзавка. Жрет что-то. Камера переключается, я не вижу, куда там прыгать. Камера переключается, что-то с этой крысой связано, наверное. Может, влево прыгнуть? Куда ты полезла-то? Блин, тут, по-моему, надо эту дресню выключить. Надо что-то сделать. Хренату какую-то нашел, вы видели? Пол игры прошел, только сейчас нашел. Так, она выходит у меня, нет? Ну, все, выходи, и че, нахрен? Или где-то у меня залазил? Здесь вот. Так, как же мне это крутилку-то?
крюк, наверное. Куда ты полезла? Куда ты? Может, вот эта вот штука у нас двигается? Что-то там связано с этой мясорубкой, однозначно. Вот это вот что за... Давай бери его. Смотрите, сбоку взяла, сбоку. Их ты! Вы видели анимацию какая? Даже это кусок такой примялся. Оковало. Точно, поехали. Блин, такой кусочек бы я сейчас с удовольствием запорол, копчёный. Так, я не могу понять, может, подождите, вот здесь надо разобраться. Что это такое? Чё она не берёт? Ведро. Ведро, бери ведро. Может, опять сбоку надо зайти. Давайте попробуем эту дрянь. Выдвинем. А, вот надо залезть по ней, по этим соседям, наверное. Всё, она не крутит. Где я этих кусков? Вот и туда запрыгнуть в окошко, наверное, да? Дверь-то засунули. А кто закрыл дверь? Она была закрыта. А где мне мясо еще взять? Надо как-то его сбить, что ли, сверху. Вот, кусок висит. Как я могу туда? Я допрыгну, да, не допрыгну. Если попробую на крюк на это, потом на следующий. Себя забросим. Так, как по диагонали можно отпрыгнуть? Чё-то не пойму я, крюк, я не могу понять, где он висит. Может, просто вот прямо на эту хреноте. А, вот она и прямо и повисла. Слава тебе. Мясо. Ну все, раскрутили мы эту крутилку. Наверное. Ну что ты бросил-то на это? И ушла. Мелочь пузатая, блядь. Все, где доделывай, да, трясет ее. Меня как трясет. Морой еще. Все в удавлении. Там вроде больше не было колбасы. Из кого они сделали это? Из крысы? Давай, 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 пока этот черт не пришел. Сейчас появится, блядь. Ну все. Да подожди ты, беги! С какого края ты прыгаешь, а? С трёхмерка, блядь, я прям поражаю. Ой, блядь, забыл нажать это, держаться. Когда, наверное, и с места там, или с разбегу обязательно. А куда она попала-то у меня вообще? Зачем тут экран-то был сделан, по-моему, последний? Для секрета просто? Просто взять секрет какой-то? Да и зачем мне этот хренотень? Только столб убей. Последний экран.
здесь не было. Берешь это? Давай, давай. Вы смотрите, анимация говорит. Ай, вообще, да? Не столько игра интересна, мне кажется, сколько анимация. Так, вот сюда можно в эту дыру спрятаться. Давайте посмотрим, что дальше. Жирного она не вызовет? Конечно. Конечно, как раз жирного-то и она и вызвала. Да что ты, блядь, жирная свинина? Все, а вот так вот. Щеки тебе мешают. Однозначно надо. Вот и все, ушел твой поезд. Барет, блядь. Какой же он тупой, блядь. Так, ну тут какая-то кнопка, но что-то в нее надо кинуть. Он сейчас придет, видит, жирняй. Наверное, надо вот сюда вставаться. Я здесь. Пицца. Открывай. Эх ты. Блядь, залезть не может она туда. Там ящики какие-то стоят, блядь. Вы видели это? Так, а что нам надо сделать? Я так не понял. Куда бежать-то? Я что-то не припомню, зачем я сюда заперся? Брехуй, вы видели, как эта анимация брехуй? Я отсюда. Вылази, и что ты там засел? А, мне надо... Вот что мне надо взять. Трясню. Вон там, вон баночка валяется. Где банка-то? Куда она делась, баночка-то, блядь, эта маленькая? Кто-то сейчас смотрит, наверное, тоже так же дергается, как и я. Да куда ты? Я никак не могу кинуть ее. Говно это. Почему-то она не докидывает. Нет, надо сюда поставить, наверное, стул какой-то, блядь. Я даже не знаю, что тут сюда поставить, блядь. Банка ни хрена тут ее не устраивает. Может вот здесь вот что-то куда-то надо залезть, наверное. Он так сопит, что он не слышит. Зажги вот здесь.
Так, а может быть тут не берет она эту ящик? Чё как? Я не пойму, сделать. Зачем я сюда вообще забрался? Просто зажечь эту трясню. Вообще на кухню. Попробовать еще раз это. Че она этой банкой должна сделать? Я что-то не могу всосать. Да нет, она не попадает. Не могу понять, что тут надо сделать. Все, я с нюху сбился. Черт ее знает. То ли это кнопка, то ли чего это такое. Это кнопка, вот эту дверь, наверное, закрывать. Скорее всего. Еще ближе могу. А может наоборот дальше? Да. Так, подождите-ка, я что-то уже не помню. А что там у нас? Там, на тех этажах я что-то... А, здесь замок у нас. Здесь у нас замок. А где ключ-то взять? Ключ надо от замка, значит, да? Не надо было никакую кнопку там нажимать. Бесполезная трата времени. Где-то здесь должен быть ключ. На самый верх я смогу там забраться, пройти? Нет. Здесь какая-то железка. Ее надо залезть. Сейчас прыгнет она прям на башню. Она и встать не может сразу. 4. Все растоптал, блядь, смешал. Где-то ключ должен быть, значит, да? Ни хрена так просто от него не уйдет. Ушла. В этом месте он не ловит. Вот эту банку, наверное, просто кнопку надо прыгать. Блять, где взять ключ? Вот что мне интересно. Какие-то вот крюки здесь. Может, она куда-то залезет тут наверх? Залази куда-нибудь. Где ключ-то лежит? Я не могу понять. Может, я... Вон там еще одна кнопка, я вижу. Вон наверху. Только сейчас заметил. Да куда ты? Я забываю отпустить эту кнопку. Попробуйте включить эту штуку и пошарить там у него, где он там рубит. Эх ты, блядь! Эх ты, черт ты вонючий! Схватил, мерзавец, блядь, схватил. Или нет? Схватил. Так, надо внимательно посмотреть, где он там стоит, рубит. Посмотреть, где ключ у него. Есть ли у него тут ключ вообще? Нож вот я вижу есть. А ключ где? Да она здесь не проходит. Я думал, может, она между бочек пробежит. Хрен-то. Где ключ найти?
Вот смотрите, как же он чувствует. Каких ключей они? А, вон он на столе, блядь. Я смотрю сюда, куда по сторонам все смотрю, блядь. А ключ на столе лежит, да? Эх, тупорез, блин. Давай беги. Я этот прыжок вонючий замучился. Нажимай прыжок это. Возьми ключ, ты где? Вот как я его взял, а смотрите. Эх ты, смотрите, смотрите, жирный, что творит. Пернул, блядь, он пернул, смотрите, слышите? Жирный пернул, блядь, у него же полотенце поднялось под дом. А ключ он не заберет случайно? Нет, блядь, их нет, какой же ты тупой, блядь. Ну все, прощай, ничего не обещаю. Я уже просто в кнопках запутался, бег с прыжком перепутал, и она кидает ключ вместо бега. Наверное, вот эту штуку открыть. Ну, он сам открыл. Ну, запрыгивай, господи ты бог. Да что ж ты... Она не встает у меня, смотрите, мерзавка. Да, потрепала она меня. Я вот эту палку хотел. Ну, бери. Да ты заперлась, курица, ты глупая. Я не пойму, здесь выхода-то нет никакого, я не вижу. Куда идти-то? Бери эту штуку-то. Даже близко нет, чтобы куда-то прыгнуть, запрыгнуть. Ну, что там делать? Ну, возьми, может, вот на эту штуку подбросить. А, это опять секрет. Опять это секретная комната, что ли? Заперся ли? Как отсюда выбраться? Не могу понять, как отсюда вылезти. Так. Может, тут на эти штучки надо? Нет, да это надо. Эх ты, она лазит вон по этим штукам. А я тут ковыряюсь, в принципе.
Средом, что ли, там, я не пойму. Мерзавец. Средом, а он мой, что ли. Крокодил. Он как слон орёт, да? Хобота только нет. У него щек на зато, блядь, здоров. Опа, она лупит. Эх ты, здесь два монстра, блядь. Двое нам. Два мешка с говном. Я здесь, тупицы. Какие же они мерзопакостные. Чего ты? Прыгай. Стул надо какой-то, наверное. А вот туда можно попасть. А вот это что, что? Ну да цепляйся, господи ты, боже мой. Смотри, блядь, зацепилась нам. Дурак. Увидел, блядь, смотри. Бесёныш вонючий. Откуда меня сейчас протонуть? О, хорошо, давай, маленький, давай. Так, а это что? Давай, ладно, нажмем. Нажимай! Че, жердяй? Возьмем тут свои дела. Что она сделала, интересно, приключила ли ее, и что дальше? Что дальше-то, я не пойму. Если она туда прыгнет. Ну я понял, что здесь, да, секрет. Да, я первый раз на ней вступил, второй раз. Что тут надо сделать, я не пойму. Вот что мне интересно. Могу понять, что тут надо сделать. Куда, может, наверх куда-то забраться? Сюда, э. В арбуз ты. Или нет? А по пробкам она и пойти не лазит. Там вряд ли. Нет, не надо переключать. Может его надо было просто отвлечь? Да я его и так отвлеку. Так уходишь туда. Что-то я не могу понять, что тут надо сделать. Гоняю. Кто никуда не ушел. Все на месте. Ничего не изменилось. Поймали, блядь, поймали, мерзавцы. Вот эти крюки, они вот плывут туда. Надо, значит, наверное, назад пройти. Назад. На этих крюках ехать, наверное. Больше я чуть не могу понять. Я сейчас увидел, что это не едет.
дом не провалился. А может, в самом деле сюда идти? Здесь же все закрыто. Или нет? Он рад мне. Да куда ты задрал меня уже своими этими? Ищу крюки. Где они едут? Вот они едут. Да. Ой, она у меня сама идет. У меня что-то джойстик глючит, похоже. А может, она просто зацепится? Нет, надо подпрыгнуть. Тематика еще. Куда надо ехать, я не пойму. Как он меня поймает? Вы коротконогие обезьяны. Бестолковые. Хрен вам, да. Блин, вот здесь я не смог залить. Сейчас в другую комнату бежит. Да, как же. Эх ты, ничего себе, блядь. Монстр, блядь. На коленках, блядь. Прокатился он, видать, там этот жердяй, блядь. Свинорыба, блядь. Свинобрюк. О, нормально меня поймали, да. Сдохло. Смотри, смотри, смотри. Я просто поспешил, не надо было. Да, блядь. Он не дает убежать, блядь. Вы видели, блядь? Может, тут под ящики нырнуть? Там, по-моему, все закрыто. Под ящики. Надо сразу, блядь. Сразу, блядь. Затупил я сразу. Нет, там не проехать. Уперлась она у меня опять. Сейчас узнаю. Торопиться не надо. Блин, торопиться не надо. Ну сейчас с другой стороны едут. Вы видели, что они творят, блядь? Реальные ловушки, блядь, ставят. Эх ты, блядь, какое-то в говно какое-то вляпалось. Начинает уже подбешивать. Эх ты, блин. Не могу. Время даже не дают подумать. Вы посмотрите. Сразу это атака, блин. Атакуют сразу меня эти мерзавцы. Где-то место надо найти. А где что? А, вот где место. Матерь Божья, блядь. Че-то чудо было. Сейчас чудо. Ничего себе кидает, вы видели? Гранаты в меня кидают. Это было просто чудо. Давай, залази. В чем дело-то, я не пойму. Разве там увидишь вот вправо-влево, как сделать? Я тут тоже непонятно. Как камера бы хотя бы подъезжала бы. Это вот не продумано. И, по-моему, вторую часть тоже такого нету. Куда? Я чуть не улетел туда, видели? Мерзавка девки. Смотрите, пиглицы и шкет. Вторую часть. Там где-то ссылку я оставлю. Игрушка замечательная. Ну, она и зря была призвана. Чего? Куда? Чего делать? Вода у нас. Куда-то наверх. А мне куда идти? Цепь-то она вообще не пойми, где висит.
обратно она все будет. Вот цепь как раз надо, значит, все-таки на нее на цепь на это. Поднимай седалище, пошли. Решение пошли. Конечно. Все играю и все. Бег у меня с этим захватом. Бег и прыжок. У меня бег всегда шесть, я играл. Кто на них полез? Там не было цепи. Какой-то трис не полез. Право. Как корабли, что ли? Кого-то эксплуатируют, еще что-то. Могу понять вообще, в чем загвоздка. Опа, птицы появились. Мам дорогая, природа. Дышит. Тихо, тихо, не свались. Вон хорьки эти жирные. Там и бабы вон идут, смотрите. Пару телок. Прям реально телок. Так как-то. Жалко тут заставка. Давайте на этом остановимся. Думаю, продолжения будет. Хоть и не особо ее смотрят. Мне эта игра зашла. Когда-нибудь кто-нибудь посмотрит. Более 600 роликов у меня. Заходите. Рад вас видеть на YouTube. Всего доброго. Берегите себя. До новых встреч.